Всем привет, ребята! Вы на канале Кирбай, и сегодня мы будем играть в игру Pivot Animator. Я эту игру такую скачал, это типа про стикманов, что-то такое, про стикманов дело. Это снимать надо, короче, там анимации всякие. Ну что, ребята, перед тем, как начать, вы должны подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну что, ребята, вы должны за 3 секунды это сделать, поэтому... так, все. Раз, два, три. Если ты это сделал, то у тебя очень хороший результат на победу, потому что у меня проходит розыгрыш, ребята, у меня он проходит, называется «Деньги». Ну, то есть это розыгрыш «Деньги», я буду как раздавать деньги сразу, если вы очень быстро поставите. Те, кто быстрее поставит, получит 1000 рублей, кто медленно, тот 100 рублей, и вот такой у меня розыгрыш. Если вы вообще резко сделаете, то получите 5000 рублей. Ну что, не будем тянуть времени, погнали, заходим в Pivot Animator. И у меня появляется такая картинка. Мы сейчас, короче, сможем себе сделать... подождите, мы с вами сейчас заходим вот в эту программу. Это типа такая, ну, где мы можем картинки создать разные. Так, ну что, давайте первым делом мы с вами какой-то фон сделаем. Мы можем его черным, красным, любым цветом сделать. Я выбираю, наверное, давайте, ну, можно, например, синим сделать. А, это не синий, вот синий. Отлично, все, мы синим сделали. Теперь мы можем, например, хотя, а давайте мы с вами сделаем вот такой вот цвет. Это типа ад будет, ребятам, это типа ад будет. Это круто, ребят, это типа ад будет. Все, давайте теперь мы с вами полосочку черную сделаем. Типа такая вот так. Где полосочка? Надо сейчас ее. Так, где поставить ее? Ну, нормально. В принципе, вот тут можно сделать. Все, теперь делаем такую палочку. Все, мы с вами сделали дорожку. Теперь давайте какое-то здание построим из палочек. Мы можем построить, в принципе, адскую крепость. Ну, это придется тогда еще линиями сделать такими. В принципе, давайте мы сами сделаем им вот такими вот, хотя тоже, нет, так не видно будет. Вот давайте из лавы сделаем желтые такие, типа желтая крепость у нас будет. Так, сейчас мы с вами, типа, вот такая полосочка первая идет вверх. Блин, у меня не такая получилась полоска, ладно. Давайте ее нафиг выбросим куда-то, блин. Куда ее выбросить? Куда ее выбросить? Блин, ребята. Блин, куда ее выбросить? Может, ее можно куда-то увести куда-то? Может, вот так вот можно, ребят, сделать. А вот так вот можно ее сделать. Вот, все. И теперь давайте заново сделаем. Так, получается, мы с вами делаем вот так вот. Поднимаем вверх ее, делаем ровный. Так, отлично, ровно сделаем. И теперь мы делаем потолок, такую желтую загадобочку. Да, отлично, мы сами сделали это. И теперь мы можем еще вот так вот сделать. Сейчас мы вот так вот сделаем. Отлично, 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 отлично. Сейчас это как сделать? Давайте уберем это все дело. А как убрать ее? Я не знаю. Можем ее вот так вот убрать. Типа... Нормально, давайте вот так вот сделаем. А теперь мы можем сейчас сделать еще одну линию, только уже с другой позиции. Только уже, да, с другой. Так, отличная линия у нас получается. И отлично, мы с вами уже это сделали, отлично. Теперь мы делаем, хотя пол мы не будем делать, теперь давайте просто обустроим эту крепость. Типа давайте, как бы, будет там стоять супер костюм, такой стикман будет стоять, типа такой, да. Так, получается, мы с вами, давайте сделаем, получается... Какого стикмана? Можно сделать горящего стикмана. Это оранжевый, типа оранжевого стикмана такой. Нет, давайте все-таки красного, потому что это же это, там все красное. Так, нам нужно, но
А, забыл. Нам нужны еще адские ступеньки. Так, для этого мы берем опять такой же цвет. Мы с вами делаем такую лесенку наверх. Отлично. А теперь мы с вами делаем пол. Будем делать такой пол. Так, теперь давайте. Оп. Сейчас мы так вот сделаем. Так. Нормально. В принципе, мы с вами сделали вот такую адскую крепость непонятную. Типа, такую я хотел. И теперь мы можем сделать себе провал. А давайте, в принципе, так, стиралка. Бери стиралку. Так, берем себе, конечно же, цвет стиралки будет, конечно же, белый. Так, давайте мы с вами сделаем ход каской крепости провал. Будем делать, конечно же, вот так вот. И так вот. И вот так вот. И вот так вот. Можно вот так вот делать. Отлично. И вот так вот. Все, отлично. Теперь мы можем, в принципе, это все дело закрасить опять вот в этот цвет. Поэтому берем вот это и закрашиваем. Отлично. Все, у нас получилась такая ямка небольшая. Хотя надо пошире сделать, чтобы было нормально. А давайте теперь мы с вами сделаем вот так вот. И еще вот так вот, и теперь, давайте вот так вот, так. Ну, нормально, теперь можем закрасить. И теперь берем это и закрашиваем цвет обратно. Так, подождите, там линия маленькая какая-то образовалась. Видите, вот она, видите, вот она. Ладно, все. Удаляем ее и закрашиваем в этот цвет. Ничего особенного нет. Все, теперь мы делаем лаву. Типа, ну она же ведь оранжевая лава же. Правильно, ребята, да? Согласитесь со мной. Чтобы нам лаву сделать, мы берем опять, получается, оранжевый цвет. Будем оранжевые линии делать. Так, оп. Теперь мы с вами вот такую вот сделаем штуку. Так, типа давайте вот так вот сделаем, будем так закрашивать. И теперь мы с вами с двух сторон делаем вот так вот. Блин, я не туда побежала. Так, будет она стоять. И теперь мы с вами делаем другую линию. Она будет теперь вот с другой, с этой стороны. Стороны будет с этой. Отлично, все, теперь мы сами это сделали. И теперь мы можем и с этой стороны сделать тоже. Делаем вот так. И мне надо линию сделать. Отлично, блин, не отлично, блин. Это плохо, ладно. Пускай там будет лежать. А мы тем временем будем давать другую с этой линию. Будем тоже там делать. Так, так вот линия ровная. Теперь делаем вот в ту сторону еще одну линию. И теперь, в принципе, готово. Теперь можем закрашивать в эти цвета. Все. Теперь берем вот такую вот пригревалку и закрашиваем. Блин, а я забыл еще вот с этой линии я тоже забыл. Поставить эту. Блин, капец, куда я вообще ставлю, я не знаю, понимаю. Куда-то непонятно. Ну, в принципе, можно... Нормально, вот так вот будет. И теперь можно еще сделать типа вот так. Так. Так, раз. И так. Два. И теперь все. Вот такая. Так, теперь давайте линию снизу маленько сделаем снизу. Чтобы лава маленько пониже была. И теперь закрашиваем в этот цвет. Все. Круто получилось. Тут лава теперь образовалась. Крутяк. И теперь мы делаем костюм Стикмана. Только надо сделать его очень большим, чтобы Стикману было. Да, вот такого вот делаем. Такой лавовый Стикман будет. Так. Теперь мы с вами делаем вот так вот. Берем палочку. И делаем вот так. И теперь мы делаем ее ровной, конечно же. Где там у нас ровненько? Отлично. И теперь делаем ножки. Оп. Первая нога. Она будет стоять типа на такой вот ноге. Такой вот так вот, да?
И вторая нога. Она будет стоять тоже таким образом. Все, у нас ноги готовы. Теперь надо руки сделать. Раз. Так. И два делаем. Так, Стикман готов. Теперь мы с вами его будем раскрасивать голову. Но это просто. Мы можем взять вот так вот и раскрасиваем, и раскрасить голову. Отлично. В принципе, ад у нас готов. Теперь нам осталось только... Все, теперь нам осталось только сохранить. Назовем его, конечно же, ад. Вот сохранить. Как вот у нас выбивается имя. Вот тут безымянный только написано. Так, напишем ад, конечно же. Это же крутой ад. Все, и сохраняем. Теперь заходим в приложение стикманы и создаем анимацию. Вот такой у меня стикман появился. Теперь заходим в файл, заходим создать фон. И теперь мы в компьютер заходим, теперь вот так вот делаем. И у нас выдается вот картинка ада. Все, нажимаем, и вот типа, и тут типа вот такая вот, вот появляется такая картинка, которую я нарисовал там. Так, ну стикман тут слишком большой, и давайте мы его маленько уменьшим, например, хотя бы на... Ну, можем его уменьшить хотя бы на 50%. О, нет, это слишком мало, давайте... Ну, хотя бы можно на сколько? На 70 можно уменьшить. Нет, это тоже слишком мало. Вот на 80 это хорошо. Да, вот на 80 даже круче ребят смотрят. Так, да блин, опять надо его опять увеличить. Давайте на 90%. Вот такого стикмана мне даже хватает. Да, кстати, по росту он они одинаково смотрится. Ну, в принципе, смотрите. Теперь мы нажимаем, получается, создать кадр. И у нас появляется картинка сверху. Так, повтор убираем. И вот, мы смотрите. Ничего не видели, я сейчас покажу. Во! И все, картинка появляется. Теперь... Давайте создадим новую фигуру. Да, вот такая же, но только не совсем такая. Создадим другую. Вот. Нажимаем мы с вами, ребята, создать фигуру. И теперь мы нажимаем, вот можно такого черепа выбрать. Давайте выбираем. И теперь отлично. Теперь мы можем его поставить, например, вот сюда. Можно типа не такого. Хотя, а давайте потом его, типа такой стикман будет. А пока что они прогуливаются. Типа давайте... Он типа, смотрите, давайте вот так вот мы его спрячем маленько. Блин. Ой, куда я его, блин? Ёшки-матрёшки. Я его куда-то спрятал, непонятно куда. А давайте мы его вот так вот туда запихаем. И теперь обратно вернемся. Так, все. Теперь создадим такую же фигуру. И теперь мы делаем его на 90% меньше. И ставим его, то есть прячем опять куда-то. Вот можем... Вот мы можем вот так вот, типа он спускается с неба, вот так вот, долбим по кнопке пробел. И смотрите, он типа такой, ого себе, он так вот, вот поворачивает головой, вот такие точки, мы можем в них толкать просто его сверху. И теперь нажимаем произвести, вот смотрите, так, смотрите, он такой типа осматривает и все. И теперь, так, теперь вот так вот. Вот так вот смотрит. И теперь давайте мы как-то его вот так вот сделаем. Типа давайте ногу вот так вот сделаем. Типа вот так вот. Нет, давайте его все-таки вот так вот сделаем. Так. Так. Давайте. Нет, давайте. И вот так вот сделаем. Вот так вот. И теперь. Типа такой. Ну. О, вот типа такой, вот такой, давайте вот так вот, типа давайте, он такой пригнулся, смотрите, он типа такой видит, теперь давайте мы так вот сделаем, чтобы мы его, так, типа, его встаем его, так, руки убираем его на место, и он, в принципе, хочет прогнать, теперь давайте вот так вот его делаем, и, типа у него такая лава, так, теперь да, он, смотрите, так, так. Так, и он. И, блин, он убегает. У него горячая лава. Надо его как-то ему перепрыгнуть. Если он пойдет, то он никогда не возродится. Ну его можно воскресить. Просто я просто хочу сделать так, как на самом деле бывает. Так, смотрите, теперь мы с вами можем тебя вот так вот сделать. Вот типа вот так вот сделаем его сейчас.
у него, смотрите, у него такая вот форма, вот такая вот, и он прыгает, смотрите, и он отталкивается ногами, и он прыгает. Ну, он видит просто адскую крепость эту и прыгает. Вот, смотрите. И он такой, типа, в воздухе зависает. Так, вот так вот делаем. Вот так вот делаем. Угу. Угу. Ну, типа, ребята, у него так, типа, зависает в воздухе, теперь он так, типа, вот так вот делает, вообще, руки вот так вот делает. И вот так вот делает, он, типа, зависает в воздухе, такой, готов припрыгнуть, и вот так вот аккуратненько спускается. И теперь мы его встаем, то есть поднимаем его. Он типа вот так вот встает. Точно встает его, он так вот и все. Ну, теперь он вот так вот делает. Так, все. Он встает. Он все встал. И он типа такие руки вот так на свое тело кложит. И говорит, да-да-да, вот это крепость, конечно, я понимаю. Так, и он, смотрите, и он вдруг видит лесенку, вот, которая, и вот ему сейчас покажу, вот, смотрите, типа, вот так вот аккуратненько сейчас мы его поведем сюда. А давайте аккуратненько его поставим, как было. Ну, то есть прямые ноги у него будут, руки вот так вот будут тоже прямые, только на теле. И все. Он, типа, смотрите, он теперь поднимается наверх и видит вот это, и он типа вот так вот, а что это такое вообще, это что такое, капец, он боится просто, он не знаю, он не натренированный еще, ребят, напишите в комментариях, как вы тренировались перепрыгивать через лаву или нет. Смотрите, он типа такой говорит, думает, а если я его переодену, смотрите, он в него встал и он подошел, ребята, и он типа вот так вот сейчас сделал, и он сейчас будет перепрощаться в другого человека.